Что мы там делали? Вот этот угол, да? Ха, интересно. Все-таки он у меня... Все-таки я смог это сделать, несмотря на то, что у меня этот сраный куб опять слетел с оси. Вот. Да сраный, не то слово. И мы можем простым по поворотам его, вот, например, вот таким, поставить его вот так вот. Против часовой стрелки ставим. 2, 3, 4. Низ. 1, 2, 3, 4. Низ. 1, 2, 3, 4. Низ. 1, 2, 3, 4. Низ. И мы поставили уже. Вот как бы первый слой уголков собрали. Вот, видите, уже рисуются практически все собранные кубики. Итак, вот этот вот угол. Можем легко поставить вот сюда. Теперь мы будем собирать вот эти уголки. Опять-таки вот этот идет сюда. Вот, только на что его заменять, уже проблема. А мы заменим его вот этим. Делаем подготовительный ход, и нам надо вот этих по часовой стрелке. То есть мы делаем 1, 2, 3, 4. Туда. 1, 2, 3, 4. Туда. 1, 2, 3, 4. Туда. 1, 2, 3, 4. Вот. Поворот. Вот так. И теперь мы далее просто пробуем поставить все остальное. Например, это тут у нас уже стоит. Стоит, кстати говоря, не очень хорошо, что он еще стоит. Итак, нам надо теперь вот как-то вот, вот это вот поставить. Вот этот вот. Он у нас, кстати, сюда не... Тут был зеленый. Он у нас вот сюда не встанет. Но зато вот так вот он у нас опять-таки не встанет. Нам надо, чтобы здесь был желтый. Желтый надо, чтобы здесь был. Я думаю, что можно его поставить вот сюда. Тогда оранжевый будет здесь. Тогда мы пробуем его ставить. Вот тогда оранжевый пойдет сюда и пойдет сюда. То есть мы этот элемент ставим сейчас вот сюда. Тогда мы можем оранжевым легко вызвать его вот сюда. То есть по часовой стрелке делаем. 2, 3, 4. Низ. 1, 2, 3, 4. Низ. 1, 2, 3, 4. Низ. 1, 2, 3, 4. Низ. Низ. Стоп. Низ. Особенно, знаете, так сзади. Как правило, это из-за недоворота с задней грани. Вот как всегда. Теперь мы можем поставить вот сюда. И потом вот сюда. Мы ставим. Вот сюда. Поворот по часовой делаем. 1, 2, 3, 4. Низ. 1, 2, 3, 4. Низ обратно. 1, 2, 3, 4. Низ. 1, 2, 3, 4. Сюда. И мы, по сути, теперь осталось вот последнее. Это вот это поставить вот так вот. 1, 2, 3, 4. Низ. 1, 2, 3, 4. Низ вот туда. 1, 2, 3, 4. Движение вниз. 1, 2, 3, 4. Чем-то похоже, знаете, на смену уголков в кубике Рубика. Немного вообще есть. Немного. Вот, немножко буквально. Но есть что-то там, по-моему. Хотя тоже такой спорный момент. Итак, мы хотим поставить вот этот вот элемент на свое место. Вот этот вот элемент. Если мы поставим вот сюда, он настанет вот сюда красным. То есть не получится. Что, если мы его как-нибудь поставим? Я не знаю, но... Так. Так. Мы можем вообще его попробовать подогнать вот так. Посмотреть. Он у нас встанет, как всегда, неверно, да? Неправильно встанет. Но мы можем попробовать поставить его вот сюда. Нет. Это плохой. Плохая идея. Попробуем вот этот. Что-нибудь с этим сделать. Потому что мне захотелось что-то сделать с этим. Итак. У нас вот этот вот элемент, по сути, можно поручить как-то поставить вот сюда. Значит, мы этот вот ставим вот сюда. Он у нас не встает, что очень плохо, что он у нас сюда не встает. Итак, мы можем попробовать. Что мы можем попробовать сделать? Можем попробовать этот элемент поставить вот сюда, как-нибудь вот так вот. Попробуем
прогнать его против часовой стрелки. Посмотреть, поэкспериментировать, что это будет. Ну, что вы хотели, последние уголки. Это не из простого арсенала сборки, но гамка на самом деле вполне себе решаема. Главное только не сбиться сейчас в последнем этапе, да. А то это, как всегда, происходит, я говорю, в самом таком, на самом интересном месте. И мы, как всегда, сбиваемся и ничего не можем решить. Так. Вот. Далее, мы пробуем. Значит, что мы можем? Мы можем вот этот элемент, по сути. Как-то надо поставить вообще вот этот вот сюда. Так, как мы это будем делать? Очень интересно даже, как это мы будем действительно делать. Можем попробовать вот этот вот элемент поставить вот так и так. Он у нас опять не встает. Да, уже под конец сборки. Ничего не делается, ничего не собирается. А если мы можем попробовать вот этот элемент поставить вот сюда. Он у нас синим встанет вот сюда. Теперь мы поворачиваем грань туда. И синий, внимание, идет вот сюда. О, стоп. У нас синий вот сюда не идет. Там где серый, здесь будет у нас этот, вот этот вот. Поэтому это плохой способ. Так, здесь у нас будет синий. Синий у нас пойдет вот сюда. И мы можем синий поднять вот сюда и поставить его туда. Это очень хороший, так сказать, этап. Возможно, он у нас работает. Итак, что мы хотели сделать? Мы хотели вот этот элемент поставить вот сюда. Потом отсюда вы его вот сюда. То есть вот мы ставим его вот сюда. То есть по часовой стрелке. 2, 3, 4. Движение вниз. 1, 2, 3, 4. Движение вниз. 1, 2, 3, 4. Движение вниз. 1, 2, 3, 4. Вот. И мы поставили этот элемент вот сюда. Теперь нам надо его поставить вот сюда. Синий будет здесь. Все. Мы можем его попробовать поставить вот отсюда. Вот сюда, вот. Вот отсюда, вот сюда, тогда синий у нас пойдет. Ё-моё, как же это все сложно, вы бы знали. Синий пойдет. Вообще. Знал бы, как эти уголки ориентировать, возможно, силу бы гораздо проще, но попробуем и без этого обойтись. Значит, во-первых, нам надо вот этот вот элемент поставить так, чтобы у нас здесь сверху был вот этот. Так, это вообще тот ли... Стоп, секунду. Нам же надо этот поставить вот сюда. Стоп, тогда мы попробуем его отсюда поставить вот сюда, стоп, вот сюда. У нас синий будет здесь. А вот тоже плохо. Да не поставлю я его, господи, чего? Можно попробовать его поставить вот так. Все бы было бы хорошо, но вот этот уголок все нам испортил. Вот так мы попробуем сделать. И вот так вот. Этим мы будем заменять. И потом мы сделаем вверх против часовой стрелки. Вот. Вверх против часовой. Я запомнил. Вверх против часовой. Потом что-то там сзади. Память у меня отличная, я думаю. Все запомню. Очень такой еще тревожный сейчас момент. Если я... Тут только гонка. Допускайте ошибку где-то вообще в конце сборки. Вся сборка на смарку. Итак. Вуаля. Мы все собрали. Ну, имею в виду вот это. Итак. Мы хотим, например, вот этот вот элемент. Значит, опять вот сюда. Конечно же. Ну, это естественно не встанет. Это можно даже вообще не переживать за это. У нас не встанет. Понятное дело, как всегда. Так, вот этот элемент. Можем ли мы его поставить вот сюда? Да, можем. У нас в данном случае этот цвет будет здесь, что будет очень плохо. Поэтому мы попробуем как-то... Вот этот элемент мы можем попробовать как-то вот... Вот как-то попробовать вот
Я не могу, честно говоря, знаете. Мне тут остается 5 минут, за которые я наверняка ничего нифига не успею. Вот. И как всегда придется делать... Вот. Так. Может быть, вот это как-то попробовать надо, вот это тут. Что-то мне он как-то очень сильно понравился. Знаете, этот элемент. Можем его, естественно, поставить вот сюда наверх. Оранжевым. И он останется сюда. По часовой стрелке. Делаем цикл. Меняет он три элемента местами. Как всегда, что-то сзади мешает крутить нам этот кубик. Кубик. Какой он кубик? Он додекайдер. Это додекайдер. Что-то нам мешает сзади крутить. Но мы справимся со всем происходящим. Вот этот вот элемент поставить надо вот сюда. То есть просто берем, идем под... Да ё-моё. Что он даже при элементарных вообще... Все надо выровнять. Все надо выровнять. Вот. И нам надо вот отсюда поставить вот сюда. Значит, против часовой стрелки делаем. Раз. Два. Три. Четыре. Туда. Раз. Два. Три. Четыре. Обратно. Раз. Два. Три. Четыре. Туда. Раз. Два. Раз. Два. Три. Четыре. Вот. Вот. И нам остается всего несколько уголков, которые сейчас будет очень сложно поставить. Вот этот вот элемент. Он у нас может встать вот сюда, мог бы встать, но, к сожалению, так получилось, что он у нас не встанет при данных условиях. Потому что мы сдвигаем, по сути, место. Но, с другой стороны, мы можем поменять местами эти. Вот, смотрите, этот идет сюда. Вот. Вот этот тут идет сюда. Да, ё-моё, опять не получается, значит. Так, стоп, вот этот вот идет. Мы меняем местами эти три. Потом крутим. Вот. И у нас этот вот цвет будет здесь. Тогда мы попробуем поменять местами. Да ничего мы не поменяем местами. Так, этот элемент стоит. Вот этот элемент станет вот сюда. Вот. Этот элемент идет сюда, этот сюда, а этот сюда. Нам это не особо-таки надо, но попробуем. Вот по часовой, потом вот этот уголок попробуем как-то, знаете ли, восстановить. А... Правильно ли это вообще элемент или нет? Как же это бесит меня. Скоро соберу, слава богу, этот кубик. Уже. Возможно, соберу, возможно, нет. Вот. Сбили. Как, конечно же, мы его сбили, но... Пробуем теперь вот эти три поменять. Против часовой. Раз. Два. Три. Четыре. Грань туда. Раз, два, три, четыре. Грань обратно. Раз, два, три, четыре. Грань туда. Вы даже удивитесь, когда я вам покажу механизм его. Поставили. И теперь мы вот этот вот элемент простым мы поворотом восстановим на места. Поворот. Раз, два, три, четыре. Поворот. Раз, два, три, четыре. Поворот. Раз, два, три, четыре. Поставили. И теперь мы чем вот столько уголов, которые надо поставить на свои места. Так. Я уже, честно говоря, не знаю. Да вот мы уже не успеваем опять все поставить. И, короче говоря, мы потом в следующей части, я думаю, успеем все сделать. И все. Все.